Уважаемые сотрудники «Газпром космические системы», мы вас приветствуем на большом мероприятии. Оно у нас проходит каждый год. Это субботник общероссийский, «Зеленая весна». Традиции добрые продолжать следует. Под таким девизом ежегодно участие в экологической акции «Зеленая весна» принимают сотрудники компании «Газпром космические системы». На участках с инвентарем, а точнее с граблями в руках, с хорошим настроением, благо погода подыграла, работники предприятия стали активно наводить порядок, в том числе сгребать листву с зазеленевших газонов. Праздник. Да? Все равно праздник, да. Трудовой, но праздник. Ага. Все в настроении, все. Ведь косынка красивая. Вы любите вообще вот предприятие, территорию? Конечно. Смотрите, у нас какая красивая территория. У нас вообще... У нас директор, вот прям спасибо ему огромное у нас. Смотрите, часовня есть, пруд великолепный. Вот в обеденный перерыв там прогулки, это просто класс. Территория действительно просторная и красивая. Сохранять ее в порядке, конечно, помогает специальная служба. Однако в этот день «Зеленой весны» сотрудники явно внесли свой вклад в благоустройство уже родных мест. Вклад в общий труд. Мы прибираем, так сказать, нашу прекрасную территорию. У нас отличная территория, которую всегда приятно выйти, так сказать, в обед, прогуляться можно. Ну и, конечно, это, так сказать, объединяет, укрепляет командный дух нашей компании. Мы, так сказать, все знакомимся, общаемся. Это всегда нам помогает. Всероссийская акция «Зеленая весна» проходит в том числе и здесь, на территории компании «Газпром космические системы». Результаты труда тех, кто здесь работает, видны невооруженным глазом, все чисто убрано. А еще здесь растут вот такие сосенки, как свидетели. Они были посажены, ну, примерно 8 лет назад сотрудниками компании. В компании «Газпром космические системы» многие сотрудники работают довольно продолжительное время, помнят, как проходили акции раньше и с удовольствием отмечают, что результаты есть. Где-то, наверное, 7-8 назад приходилось вот эти сосенки сажать. Были с меня ростов даже меньше, но прошло время, красавицы какие вымахали. Вот теперь за ними убираем, ухаживаем за ними, чтобы было все красиво, всем было приятно ходить. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.